Барабанная дробь, друзья, коктейль-ТВ эфире, снова я, Шамотев, Станислав Николаевич. И большая банка пива. Большая банка пива из красно-белого, друзья. 999 рублей на нижней полке, кое-как увидели. Кое-как увидели? Да, я увидел сразу ее, смотрю. Вот это размерчик. Я вообще не видел. Вот это наш размерчик. Он говорит, смотри, я где? Вон, я где? Будто вон, говорит. Ну, старость не радость. Как не взять-то, да? Да, ну да, сегодня у нас такой мини-обзорчик на одно всего лишь пиво. Наверное, впервые у нас вообще на канале, наверное, снимаем. Нет, у нас мы уже такое не снимали. Ну, поищите, может, кто-то найдет, если кому-то будет интересно. У нас уже много обзоров на пиво. Да, в общем, вот такой масштабный бочонок. Какой-то дур. Масштабный, объемный бочонок. Дур какой-то. В общем, будем пробовать, да. Пшеничка, которую мы, в принципе, достаточно любим. Давайте прочитаю. Пиво Дурлахер Хефесвайсбер. Что-то я как этот. Пиво Дурлахер Хефесвайсбер. Хель, светлая, пшеничная, фильтрованная, пастеризованная. 5 литров, друзья, наш размерчик. Так, делать его Приватбрауэр Ахбаум. Ахбаум, мы очень много разного пробовали уже, да. Пива. Находится эта пивоварня Мангейм или Манхейм, кто как его произносит. В общем, соседняя с территорией Баварии. Но почему-то знак они Баварию сюда влепили. Мы сначала тут, думаю... Я тоже вначале подумал, баварское пиво. Баварское, оказывается, не баварское, оказывается, соседняя с Баварией. Присосались собаки. Ну и папа, конечно, взял бокальчик. Я свой размерчик взял, блин. Мне выдал маленький. Потому что я еще маленький, он уже большой. Да. Наверное, мне побольше надо, у меня живот больше. Так, ну что, друзья. А что у нас по градусам? Помнишь? Скорее всего, 5. Что там у нас в Германии это обычно делают? Пшеничка, ты что, 5,3, наверное? 5,3. Да? 5,3, да. 11,8 плато. Так, читаю, друзья, открывашку. Как открыть? В общем, мини-инструкция по открыванию бочонков. Посмотрим. На русском языке, кстати. Да. Осторожно открыть клапан на верхней стенке бочонка, приподнять верхнюю часть клапана и повернуть на четверть направления, указанного на рисунке. То есть и противочасовой. Противочасовой? Да. Как газ открывается. Так это же газ. Ох. Слышали все? Это выходит углекислый газ. Да, ну здесь хайф вайзер, тут еще и Доброжелание идет, да, доброжелание должно идти. Ну, пиво Айхбаум, конечно, не считается каким-то идеальным, да, пивом. Да ты что, обыкновенное пиво, чего? Я его пробовал, у них, наверное, всю линейку. Он там много всего делает, у них много брендов на самом деле, и Апостол это им принадлежит, пиво, которое так все, пиво. И все Башкирия завозят, как и это пиво, тоже Башкирия завозят. Ну, завозят, ладно, кто, главное, кто его делает. Импортер, тоже Башкирия. Так, дальше, друзья, вот мы открыли, потом, достаем здесь пипиську. Есть такая штучка. Пиписька называется, да, пипетка называется, да? Ну, крышечка я бы его назвал. Так вот, надеюсь, что видно, и на себя, оп. И последний этап. Повернуть керамику. И просто поворачиваем. Ну, давайте, наверное. Потому что сейчас будет очень выходить много всяких посторонних вещей. На ваш, наверное. Просто как поворачиваем. Пена. Давайте потерпим маленько. Слушай, очень пена идет. Ну, очень приятно то, что даже в красно-белом начали уже появляться, да? Появляться 5-литровые бочонки, потому что это радостно, когда идете, да? Куда-то на праздник, но это же очень прикольно. У нас с тобой это 23 бочонок уже. У нас 23, да? Да. У нас уже вот 23 бочонка. Скоро уже... сделаем мини-бар, вам покажем. Скоро. Так, держи аккуратно. Держу аккуратно. Скоро некуда будет их ставить. И мы сделаем из них дом, наверное, построим. Баварскую баню сделаем. Ждите, стоя пена называется. Так, на крантик было. Ой, на стеночку все-таки больше было. Я так и сделал. Короче, получилось, во, ребята, человеческое. Да, единственный минус, потому что всегда очень много пены в этих идет, особенно первый бокал. Первый, да? Бокал, потом нормально пойдет. Потом нормально идет, да. Ну, с такими бокалами ты их всего 5 будет. Да? Ну, да. Это прикольно, да? 5 бокалов выпил, и все. И бочонок кончился. В общем, вот так вот. Пенка плотная, как немецкая пенка. Плотная, хорошая пенка, может, даже... что-то положить на нее. Вот, да? Смотри, аромата не чувствуется, да, вроде как? Аромата пока не чувствуется, хотя очень много пива, хотя, да, налито, да, было.
Продегустируем. Думаю, от него ожидать, конечно, очень много. Стоит, кстати, не посмотрел в тапке, сколько у него. Надо было посмотреть. Ну, да. Ладно. Я не думаю, что там большая оценка у него, но по цвету-то хороший. Цвет классный, невыбраженный такой, да? То есть с остатком мутное. Да. Но пшеничка, кислая пшеничка. Кислая пшеничка. И причем вот очень знакомая, типа апостола. Ну да, кислая. Ну, кстати, ничего, мне нравится. А, прямо деревенька, деревенькой какой-то. Да, пахнет, да, знаешь, вот какой-то. Даже какой-то деревенской брашкой такой легкой, да? Да. Ну, ладно, давай за наших подписчиков, за зрителей, которые нас смотрят. У нас разные пивасы бывают, дорогие, разные. Ну и новинку такую мы не могли пропустить, потому никак. Что в красно-белом 5-литровик, друзья, это что-то новенькое. Так-то вы сняли побухать, конечно, ну как не снять обзор и сказать, что это... Ну да, почему бы не сделать обзор? Почему не сделать обзор? 5-литровик стоит ли вообще брать? В итоге получается по 100 рублей банка. 100 рублей баночка. Как бы, ну, такая цена, как полланер, да, практически. Ну что, будем пробовать? Ну давай, да, давай еще раз. Твоими руками. Я полланер бокал стоит. Я не показываю никому. Твой подарок. У меня такого нет, к сожалению. Присосался к пене. Ну слушай, ничего. Хорошего. Ничего хорошего? Да нет, много. Ну, пустоватое. Ну, пустое. Водянистое. Водянистое очень сильно. Водянистое, но специй много. Очень много специй. Оно такое очень водянистое. Остренькое. Ну, какое-то остренькое. Это пиво, я бы тебе сказал, под рыбу. Под рыбу. Да, серьезно. Ну, с ней охота рыбку открыть, рыбочку. Ну, здесь интересно то, что специй очень много. Вот пока не... Я, видишь, пены много глотнул еще пока не пью. Да, очень много специй, именно кориандры вот этого всего, да. То, что пшенички очень много. Вот этих всех специй. Именно вот эти дрожжи. Вот, и апельсин тоже хороший. Апельсинка, да. Но, слушай, не совсем уж говно. Да нет, не совсем. Да? Не совсем, я сказал, средненькое пиво. А есть сладость как бы в нем есть? Средненькая, да? Сладость умеренная причем. Она умеренная. Да, не совсем. И кислотность такая умеренная. Я не скажу, что совсем плохо, но не скажу, что это отличное пиво. Но просто хорошее пиво. Средненькое пиво, да. Да, 3,75 можем поставить из 5. Хорошее средненькое пиво. До четверки он не дотягивает? Нет. За счет того, что он водянистый. Ну, брать не брать, конечно, каждому свое, но... Ну, добра же они, опять же, бутылку, банки. Ну, получается, да. Что-то я как-то не... А, тут смотри, тут главное, на одной из написано Витбер, белое пиво, да? А тут Хефайсбер. Так и тут Хефайсбер. Нет, тут нету. То они по-разному пишут. Да? На одной стороне одно написано, на другой стороне другое. Ну, странно, да? Ну, а тут что, белое пиво, премиальное белое пиво, а тут... Хефайсбер. Не, ну слушай, вот это пиво можно выпить хорошо. Хорошее? Да не, нормально. То есть вот сейчас поставить хорошую закусочку, да. И с ним посидеть спокойно можно. Да? Слушай, да я бы не сказал, что плохо, я не знаю. Я не отрицаю, что можно посидеть. Оно еще холодненькое у нас. Такое. Умеренно, холодное. В хорошей температурке, да. Не очень прямо. Градусов 10, наверное, 12 может. Не холодное. Не, и апельсинка, да не, нормально. Слушай, неплохо у них получилось. Я бы не сказал, что прям совсем пипец. Ну, если бы это уже апостол, он 100 раз хуже. Ну, мне меньше понравился. Да. Как-то так, друзья. Так. Вот, блин, опять забыли купить брецели, блин. Брецели. Ну, вот там. Интересно, с брецелем, да, хорошо будет. Да. Ну, наверное, под закусочку ты рассказал, правильно. Да, хочется, с ним что-то хочется кушать. Хотя оно само по себе еда. Да потому что оно пустое, понимаешь? Вот, вот почему под пиво всегда там берут какую-то рыбу, что-то еще берут. Когда у тебя пиво хорошее, насыщенное, ты ничего не хочешь под него есть. Ты наедаешься пивом. Uh-huh. А когда пиво пустое, тебе охота что-нибудь зажевать, потому что... У нас пироги есть. Да? Классно. Селедка есть. Нет, с рыбой как-то я пиво, пшеничку как-то, по мне, не очень. А вот под пирожки, под тесто прям будет дополнение друга. В общем, кто любит пшеничное пиво, попробовать, да. Можно взять. Да. Наслаждение, честно скажу, не получите. Ну и
Не разочаруйтесь, вот я так скажу. Пятилитровик, друзья, есть пятилитровик все-таки. Пришел в гости, все, опа-на, прикол. Сам прикол наливания, вот это всего, вот это вот. Фетишизм этого, или как его назвать? Да, да, фетиш какой-то. Да, вот это вот. То есть, прикольно, не знаю. Красивая банка, потом под мелочь, копилки, детям игрушка, там, не знаю. Кстати, вы знаете, что баночки так, банка на банку ставится так аккуратно, и можно целый столбик сделать. Да, и построить баню из банок. Кто-то же построил там из банок целый дом. Целый дом, да. Так что... Если еще цементом залить, то, конечно, наваливают. Да, вообще вечно. Лишь бы не заживело. Железную баню. Железную баню построить. Так что пробуйте, ребята. Что? Почему нет? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напишите, что вы думаете об этом пиве, кто пробовал. Мы впервые пробуем. Впервые, да. Мы впервые пробуем. Раз в продаже у нас. Да. Это впервые. Ну, короче, дуру какую-то пробовали. Дурлахер. Дурлахер. Хер. А, дурной хер, что ли, переводится? Ой, не знаю, перевод. Не будем переводить. Ладно, все, будем прощаться. До следующих обзоров, друзья. Всем приятных выходных и приятных... Пока-пока!